Приветствую вас, и прежде чем задавать вопрос о том, почему и как объяснить вашей маме, что вы уже маленькая, что вы хотите гулять, что вы хотите работать, что у вас есть своя жизнь, давайте попробуем сначала ответить себе вот на какой вопрос. Почему ваша мама так себя ведет вообще? То есть, почему она нуждается в вас? Почему она хочет, чтобы вы были с ней, например? Почему она хочет, чтобы вы приходили домой? Почему? Что ее движет? Вот главный вопрос, который, ну, нас интересует. Причину, причину понимания поведения вашей мамы, если раскрыть, то тогда станет ясно, что ее движет. А если станет ясно, что ее движет, то вы сможете более адекватно, объективно оценивать происходящее с вами. Их не просто. А значит, и подобрать правильные слова и правильное поведение. Начнем, пожалуй, с того, что она, то есть ваша мама, человек достаточно несчастный. И это ее несчастность проявляется в том, что она, например, ругается на вашим отцом. Именно в силу ряда разногласий между ними. Это причина проявляется в том, что она явно не удовлетворена тем, что делает, не удовлетворена своей жизнью и так далее. И вы ей для чего-то нужны. Она в вас нуждается. И вопрос, который вам можно и нужно себе задать, заключается в следующем. Почему она вас нуждается? Вот что, вообще говоря, ей нужно через вас? Ведь понятно, что вам 20 лет. Она, ну, понимает, что у вас уже своя жизнь, но тем не менее продолжает настаивать на том, чтобы вы были с ней. Вы мне возвращаете. Вряд ли она за вас беспокоится, потому что, ну, вы бы тогда, я думаю, не задавали бы себе этот вопрос, если бы вы понимали, что она именно за вас беспокоится. То есть вы отдаете себе отчет подсознательно в том, что ее беспокойство это своего рода проявление личных желаний, личных неудовлетворенностей, личных мотивов. Каких знаете только вы. Но лучше бы вам эти мотивы ее понять, чтобы адекватно, грамотно их оценивать. И постараться дать своей маме то, что ей нужно. То, что вы можете ей дать. Естественно, в рамках своих возможностей. Потому что понятно, что если вы чего-то не можете, то вы не сможете это предоставить. Но, по крайней мере, попытаться облегчить ее напряжение, ее противоречие, разрешить ее противоречие, вы можете. И тогда нужно для себя уяснить следующее. А что вашей маме интересно? Что ее привлекает? Что ей нравится? И постарайтесь направить ее туда, в это русло. Тогда у нее не будет времени для того, чтобы как-то вот на вас еще взаимодействовать. У нее не будет для этого просто возможности. И тогда, собственно, вам и не потребуется ей объяснять что-то
чтобы взрослого нашла твоя жизнь. Дальше. Разговаривать с вашей мамой на тему того, что вы имеете право и так далее, бесполезно. Потому что ваша мама такой человек, что имеет устоявшееся уже представление относительно того, кто вы для нее, и она не может воспринимать вас иначе, кроме как, собственно говоря, ребенка. Вот вы для нее ребенок. И она не сможет думать по-другому, просто потому что она ваша мама. Но вы можете дать ей понять, что вы уже не тот ребенок, которым когда-то были, который когда-то виделся ей, что вы уже другой человек. Для этого нужно просто молча, без каких-либо разговоров лишних, без ссор, без криков, без выяснения отношений, делать то, что вы считаете нужным. Просто самостоятельно делать то, что вы считаете нужным, и все. А если она вам начинает что-то говорить по поводу этого, то тогда, конечно же, просто-напросто ее игнорировать. То есть не позволять ей вести обсуждение, не опускаться до ее уровня, потому что в ее уровне вы проиграете, на ее уровне вы проиграете. А именно стараться просто игнорировать ее, показывая, что вам все равно, что она говорит относительно вашей жизни, вы будете продолжать как бы придерживаться своей линии поведения. И со временем ваша мама уяснит для себя, что с вами говорить бесполезно относительно вот, например, ну, определенных аспектов жизни, вашей жизни. И просто перестанет это делать, потому что нет никакой эффективности в этом. А вы не будете портить с ней отношения, вы не будете как-то обострять с ней общение, еще больше усугублять ее и так непростую ситуацию, как я понял. Вместо этого вы просто-напросто будете относиться к ней с пониманием, но при этом удерживая и свои собственные интересы. При этом не забывая их и отстаивая их, но отстаивая спокойно, пассивно, просто-напросто защищая. То есть вы защищаете. А лучшая защита в общении с мамой — это все-таки игнорирование. Со временем, если она действительно вас любит, она увидит, что вы счастливы, что это приносит вам наслаждение. То вы живете и не будет тогда настаивать на чем-то другом. А если ее любовь к вам достаточно корыстна, то тогда и тем более не стоит как-то стараться ей что-то объяснять. Потому что человек, который не настроен слушать другого человека, а вероятность того, что он к вам прислушается, повышается в зависимости от того, насколько человек искренне относится к вам, тогда и не имеет смысла объяснять, если у вас нету, если у нее к вам нет никаких чувств. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если дополнительные какие-то уточнения у вас появятся, обращайтесь в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. До свидания, всего вам доброго.